Так, друзья, перед вами самое примитивное приспособление для хранения персиков зимой в Сибири, в севере России, ну и в средней полосе. Всего лишь бревнышком придавил верхушки. Ну, конечно, они подпортятся, но это меня меньше всего сейчас волнует. Вот. Два колышка еще вот так вот забиты. И теперь сверху будет материал докинут. Как правило, у меня это, которое совершенно не преет, это стеклоткань. Потом будет обсыпано снегом и все. Вот. Теперь подробнее. Вот второй персик. Поле приготовлено. Берем вот так вот, делаем оба вместе. Оба вместе, оба вместе. Так. Так. И вот так. И вот так вот. Вот так. Придавили. Еще раз фактически жертвуем верхушками. Так. Коле остренькие. Втыкаем один сюда. У меня на шее болтается этот самый. Не удивляйтесь. Один кол. Откнули, посмотрели. Руками пока, потом немножко чем-нибудь твердым забью. Второй кол. Вот, ткнули. Так, первый еще вот ткнули. Так, готово. Вот они фактически. Только коле надо бить потом. Вот жалко, не догадался что-нибудь такое взять. Тяжеленькое это. Вот здесь так на таком уровне будут. И опять куском ткани придавлю. Все. Начинаю с подготовки к зиме, хотя сегодня 31 декабря. Рановато. Но для чего я это делаю? Вот. Сейчас. Ну, сегодня я жив, завтра нет. Поэтому все на этом. А так как я вам показал, как это делается, я пока, эта работа предзимняя, я пока убрал, и убрал, и убрал. Вот это, зачем портить материал. Интересно, да, не сломался, но уже вот такую форму имеет. Когда лист бросит, тогда и придавлю окончательно, посмотрите. Какая она это, пластичная, видите? Все, на этом небольшой сюжет. Или еще что-то показать. А что здесь такого показать? А что у нас, ребята, в рюкзаках? Ну, тут других персиков рядом нет. Ладно. Так. А что это такое? Почему? Я же это первый раз вижу. Интересно. Ладно, это будет другой сюжет. Заплодосил первые еще один сорт. И что за сорт? Потом разберемся. Так. Еще бы вас грушами угостить. Ой, как угостишься на 2000 километров? Вон груши хороши. Все, не буду дразнить вас. Видите, сколько груш испортилось? И останется на месте навсегда. Все-таки, хотя речь шла о укрытии персиков, еще вам скажу, не сметь ни одного плода испорченного. Не брать грабли, не выгребать, не выкидывать, оставлять на месте. Не ваше. Это все дерево принадлежит. Благодарю за внимание.